Приветствую вас, дамы и господа. Здесь пришла такая новость, то, что террористы перешли на Трон. Вот. Организация переходит с биткоина на Трон для финансирования своей деятельности. Литус сообщает. Так, представитель Вонг заявил, что компания не может контролировать людей, которые используют сеть Трон. Их фирма никак не связана с террористическими группами. Это такое предупреждение. Если такие новости будут продолжаться, у монеты TRX могут быть большие проблемы. Ведь Минюст США и регулятор смогут обвинить Трон в сотрудничестве с террористами и подать на них иск в суд. Такая новость. Но вообще Трон, он неплохо держится. Так вот, если посмотреть. Достаточно. Так, это приличненько. Это на месячном графике. Ну, давайте посмотрим до января месяца. Вообще, что сейчас он представляет, этот Трон. И до января месяца его рассмотрим. Сейчас его зарядим. Трон. Что ты сейчас представляешь из себя? Неплохо. Неплохая карта, в общем-то, чаша. Удача в начинаниях, Зерна. Это паш чаш воды, да, паш воды. Слушайте, во всяком случае, хорошие известия, удача в начинаниях. Месяц. Неплохая карта попалась. Рекс. Декабрь месяц, то есть уже остатки ноября и декабрь месяц. Рекс. Угу. Вы знаете, вот как вот здесь отшельник. Ну, видимо, да, не бывает шума без огня, на дне колоды отшельник. И, скажем так, это не очень-то благоприятно. Принципиально, эта карта хорошая, но здесь все арканы мелкие. Сидит, управляет всем этим делом королева чаш. Ну, такая иллюзорная дама. Охраняет он свои рубежи. И в то же время он связан в состоянии. Угу. Давайте вот это. Да, что дурак, новый цикл будет у него. И куда? Да победитель он будет. Пока что нет. Пока... Принципиально даже по связанному состоянию он как-то вырвется, как новорожденный. Так, еще один вопрос давайте зададим по поводу тренда месячного. Сейчас у него зеленая свеча, светиль вверх идет на месячном графике. То есть четко такой вот тренд восходящий, три свечи вверх. Давайте посмотрим, какой будет тренд у него в декабре, восходящий, нисходящий. Трон восходящий, нисходящий, восходящий, нисходящий, восходящий, нисходящий. Солнце. На дне колоды солнца. Так. О. Ну, здесь принципиально. Ага. Ну, принципиально здесь идет все за восходящий тренд. Хотя, в общем-то. Сидит какой-то там король мечей. Сидит. Ну, такой человек с острым умом. Но здесь принципиально центральная карта, она туз пентаклей, это прибыль, потенциал. И карта победителя, предоставление хорошей работы. А по нисходящему, видите, здесь разрушение по каким-то магическим этим и единство. Нет, видим восходящий тренд. Восходящий тренд. Что у нас по тузу пентаклей? Да, какой-то паж жезлов. Но опять-таки все-таки связано немного состояние. Особо они ему не дадут отскочить. Особо не дадут отскочить. У него сейчас 10 центов, да? Ну, давайте спросим, будет 15 центов. 15 центов трон пробьет в декабре месяце. Мог, да. Да,
Похоже. Тут много иллюзий будет. Разбитое сердце. Да, похоже, что да, 15 центов может быть. Может быть. Но это все закончится здесь ударом в спину. А так потенциал есть. И здесь, и здесь. Но с манипуляциями. Всех благ профита. Благодарю за внимание. Всего самого наилучшего.